Всем привет, мои хорошие! Вот такая у меня групповая посадка. Кто не видел предыдущее видео про эти групповые посадки, конечно же, внизу в описании будут ссылочки, в конце ролика будут ссылочки. Я вам рассказываю, как у меня обстоят дела на сегодня. Это уже конец января. Мне очень нравится посадка. Классная, классный, очень дышащий пробковый горшочек, труба, не знаю, как это назвать. Очень живописно смотрится, хорошо отозвались орхидеи, хорошо растут. В этом случае мы с вами смотрим на фаленопсисы, эквестрисы. А вообще у меня несколько орхидей разных так посажены. Всем нравится, хочу еще. Напоминаю, внутри у меня чистая кора, засыпана орхиата. И в принципе все. Поливаю я вместе со всеми. Единственный минус, который я заметила, вот этому товарищу суховастенько стало. Хотя корни растут действительно классно, и классно растут, и видите, снаружи, вот они, да, но и внутрь горшка тоже очень много залазит. Почему вот этому ребятенку стало суховато? Я когда посадила, вот здесь вот детка, у него маленькая, как бы так и руки все мешает, я не хотела ее засыпать или замочить. Поэтому у меня вот здесь очень большой воздушный карман. То есть тут пустота, можно спокойно палец засунуть, там нету коры. И ему, видимо, не хватает, поэтому я планирую досыпать сюда немножко коры через отверстие, дозаполнить, и будет все норм. Все норм и окей. Так, напоминаю, здесь у меня сидят эквестрисы, блулип или цирулеи. В общем-то, они пришли под разными названиями, но, по сути, это одно и то же, белый цветок и голубая губа. Очень красивые, очень они мне нравятся, и поставщики разные. Это вот деточка, это от Native, двое из ларца, а вот этого товарища я, честно говоря, не помню, откуда он, и бирка у меня моя самодельная к нему. Ну, вот такой вот он пришел небольшой, с деткой, и потихонечку растет. Не очень бодренько, но все же. Итак. Кроме этого, у меня на этом блоке есть подселенцы, но про подселенцев будет отдельное видео, чуть позже ждите, обязательно выложу. Почему мне нравятся групповые посадки? Потому что это удобно, в первую очередь удобно, это экономит место, на самом деле очень экономит посадочные материалы, как ни странно, и экономит количество горшков. То есть у тебя не миллионы маленьких горшочков, у тебя вот один горшочек побольше, в нем сидят несколько. Плюс мне очень нравится это визуально. Мне очень нравится много листвы, много растений, они растут, развиваются и потом очень пышно цветут, когда все вместе, когда по очереди. В любом случае, вот для меня это прям, да, вау, класс, вот мне нравится так растить, поэтому, в общем-то, я так и сажаю, и мне так легче их группировать, потому что на самом деле сейчас у меня очень-очень в разнобой стоят. Я как-то хотела собрать вместе по группкам. Вот здесь у меня будут альбы стоять, здесь блулипчики, но не получается, потому что их приходится так перетасовывать по размерам, чтобы они друг другу не мешали листьями, чтобы комбинировать даже тот же размер горшка, да, много маленьких и один большой, если поставить, скажем так, рядом, поливать их в одном лотке одновременно, то одни будут пересыхать быстрее, другие дольше. В общем, это неудобно. Поэтому пока в разнобой, но вот такие групповые посадки дают мне возможность создавать островки дубликов, скажем так. Насчет цветения. Эти товарищи, как вы помните, не цвели. Этот цвел, но не у меня, он цвел у поставщика. Я видела только на фотографиях. Это детка, этот еще молодой, не цвел. Так, что еще по групповым посадкам? Ну вот, собственно, наверное, и все в плане визуала удобства. В плане мифов о том, что растения забивают друг друга. Ну, скажем так, на себе проверила, как для себя, то миф этот я полностью развеяла, потому что растения одного вида, они достаточно неагрессивные, скажем так. И если вы адекватно поливаете, достаточно, то им не приходится бороться за влагу, там, если вы им сделали хорошее освещение, я имею в виду даже не искусственные лампы повесили, а правильно подобрали место, где достаточно солнечного света с окна, то не будет никакой борьбы, они будут все получать достаточное количество всего, чего им надо, и никаких проблем вы не увидите, не почувствуете, все будет ок.
Но опять-таки, если вы плохо плеваете, не подстроились, не поняли, еще не подобрали ритм, то, конечно же, недостаток влаги будет сказываться, и, в общем-то, это часто и называют, собственно, борьбой. Вам главное помнить, что два растения в одном горшке пьют гораздо, всегда гораздо больше. И иногда вот я на свои смотрела, у меня есть огромное растение в горшке, да, с шикарной корневой, за которой уже почти не видно коры. И есть два растения гораздо поменьше в горшке такого же размера, и ты так смотришь, корней-то тоже поменьше, но они пьют гораздо больше и быстрее, чем то одно растение, потому что их два. Два, они развиваются, и каждый тянет влагу себе. Поэтому, конечно, если у вас недостаточно условий, недостаточно полива, недостаточно подкормки, то одно растение, которое, скажем так, сильнее и быстрее, оно, конечно же, будет развиваться, а второе будет угнетаться. Но если у вас нету проблем, если вы, скажем так, захотите потратить время, пристроитесь и поймете, как поливать, то никаких таких проблем вы не встретите. Вот, вот вам пример. У меня много групповых посадок. Надо, наверное, снять видео про них, про всех, но у меня получилась такая загвоздка. Из соседних пластиковых горшков корни потянулись вот такие пробковые горшки, и они поприсасывались к этим горшкам. И просто не получается их отодрать. Вот просто действительно, честно, не получается. И мне приходится, знаете, так доставать огромную конструкцию из нескольких горшков, потому что они связаны намертво и навсегда. Ну, я немножко, конечно, подшучиваю, но я жду, когда станет гораздо теплее, уже ближе к лету. Хорошенько замочу водичкой эти горшки и постараюсь аккуратненько отделить корешочек. Ну, в крайнем случае придется проделать некую операцию. Но это будет не скоро, я надеюсь. Так что пока показываю вам только эту групповую посадочку. На этом, пожалуй, все. Как вы видите, все развивается хорошо. Продолжаем наблюдать за этим дальше. Я вам буду рассказывать свои ощущения. И, кстати, да, девчонки, я смотрела, кто посадил так же, как и я. Мне очень интересно ваши результаты посмотреть. Показывайте, пишите, как вам понравилось, не понравилось, подошло, не подошло. Действительно, очень интересен опыт разных людей, да. Вот, и на этом все. Большое всем спасибо за просмотр. Спасибо всем, кто досматривает видео до конца. Тут сейчас появятся подсказочки о видео интересных. И, конечно же, все в описании будет. На этом все. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, делиться этим видео с друзьями в соцсетях, писать комментарии, задавать вопросы. Чувствовать себя как дома и не стесняться. И всем солнечных дней, пышных цветений. Пока-пока.